Хэлунцзян ускорила продвижение промышленной энергоэффективности. Ряд ведущих предприятий, ориентированных на энергосбережение, стремятся стать лидерами отрасли с самым низким потреблением энергии, способствуя зеленому и высококачественному развитию Хэлунцзяна. На заводе оборотной воды Харбинская нефтегазохимическая компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации избыточное тепло, полученное в процессе производства, необходимо было испарять в виде циркуляционной воды. С прошлого года это тепло стали вновь использовать, и оно согрело 2,7 миллиона квадратных метров в помещениях. Избыточное тепло не считается источником тепла. Это нагрузка на производственное оборудование. Мы используем технологию теплового насоса для экспорта низкотемпературного отработанного тепла из циркулирующей воды, чтобы отапливать жилые дома. Проект отопления избыточным теплом не только сократил потребление угля для отопления предприятий, но и снизил комплексное энергопотребление нефтепереработки Харбинской нефтегазохимической компании более чем на 15%. Кроме того, компания также реализует такие меры, как тепловая комбинация и тепловая прямая подача, чтобы достичь значительной экономии электроэнергии. Харбинская нефтегазохимическая компания организовала технические исследования, направленные на снижение затрат на потребление энергии. Она внедрила 50 энергосберегающих технических реформ и способов оптимизации. Сэкономив пар, электроэнергию, уголь и топливный газ, сэкономическая выгода в 27 миллионов юаней. Ожидается, что предприятие достигнет очередного прорыва в области энергопотребления, превысив уровень отраслевых стандартов энергоэффективности, утвержденных Национальной комиссией по развитию и реформам. Хэлунцзянская ветная компания «Цзидин», расположенная в городе Цзицикары, также ускоряет свою низкоуглеродную трансформацию. Благодаря интеллектуальным платформам управления, компания может контролировать и действенно регулировать потребление энергии в режиме онлайн. Она может отслеживать потребление энергии и предлагать решения по оптимизации энергопотребления с целью его снижения. В последние годы Хэлунцзян проводит отбор энергоэффективных лидеров среди предприятий в высокоэнергоемких отраслях промышленности. В период с 2021 года в провинции появились 9 энергоэффективных предприятий, включая 2 вышеупомянутые компании, охватывающих 3 отрасли – цемент, цветные медали и нефтепереработку.